Библия говорит, что мы с вами — благоухание Христа. Мы распространяем его аромат по всему миру. Добро пожаловать на «Рассвет пробуждения». Я ваш ведущий Гермес Фалькао-младший. Сегодня мы вернемся в Бразилию, где я проповедовал о том, какой аромат вы распространяете. Вы узнаете о том, что вы — благоухание Христа, и вы несете с собой аромат небес. Я уверен, что это послание вдохновит вас. Это было сильное служение, где люди исцелялись и освобождались. Поэтому я уверен, что сегодня вы будете благословлены. А в конце программы я буду молиться о том, чтобы аромат Христа наполнил вашу жизнь, а запах небес наполнил все вокруг. Давайте вместе смотреть. Приятного просмотра. Давайте вместе смотреть. Давайте перейдем к Слову. 2 Коринфянам, глава 2, стих 14. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Ибо мы — Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Библия говорит, что мы издаем запах, где бы мы ни были, мы издаем запах. Вы когда-нибудь стояли рядом с человеком, от которого шел очень сильный запах одеколона? У кого так было? Да? А кому нравится крепкий одеколон? Кто-то входит в комнату, и запах его одеколона такой сильный, что просто ух. Люди сразу понимают, что кто-то вошел, потому что в воздухе сильный запах одеколона. Я хочу вам кое-что сказать. Когда вы ходите с Иисусом, вы несете на себе запах небес. Куда бы вы ни пошли, где бы вы ни были, вы несете аромат Христа. Потому что Библия говорит, что мы — благоухание Христа. И мой вопрос к вам сегодня — какой аромат вы распространяете по миру? Какой аромат наполняет ваш дом? Какой аромат вашего брака? Хороший и приятный? Или же горький? Или это запах туалета? Аминь. Аминь. Вы несете аромат. Вы несете запах. Я хочу сказать вам, что люди знают ваш запах. Они чувствуют запах веры, запах победы.
Аллилуйя! Запах чудес, запах силы, запах спасения, запах жизни. Когда вы несете этот аромат, враг напуган, потому что он чувствует вас издалека. Аллилуйя! И Павел говорит церкви: но благодарение Богу, который всегда, скажите всегда, всегда, дает нам торжествовать во Христе. Это не я придумал, так говорит Библия. Но, пастор, у нас столько испытаний, столько проблем. Здесь он не отрицает наличие проблем, но говорит, что Бог всегда, всегда, скажите всегда, всегда, всегда ведет и направляет нас, даже посреди наших проблем. Он ведет нас к триумфу. Всегда. Даже тогда, когда все выглядит иначе. Даже когда это не похоже на триумф. Иисус на кресте. Он обнажен, избит и умирает. Разве это похоже на триумф? Но три дня спустя он воскрес в победе и в триумфе. Аллилуйя! Запомните, после креста идет воскресение. Некоторым из вас кажется, что вы проходите через крест. Но я хочу вам сказать, что через три дня на вас сойдет сила воскресения. Затем он говорит, что через нас, скажите через меня, Бог благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. Церковь признана распространять по миру аромат Христа. Igreja chamada para liberar para o mundo a fragrância de Cristo. Мы говорим как он. Мы должны думать как он. Мы должны смотреть так, как смотрит он, и говорить, как говорит он. Eu falo fé porque Cristo tem fé. Я стремлюсь иметь веру, потому что Христос имеет веру. Если я полон Святого Духа, то мои уста будут высвобождать веру. Я не буду высвобождать веру неверия. Я не хочу отдавать свои уста дьяволу. Я буду говорить то, что говорит Библия. Даже если я вижу обстоятельства, которые кажутся мне сложными, невозможными, я буду провозглашать веру, победу, спасение. Я буду провозглашать славу Божью в каждой ситуации, потому что я призван нести, распространять аромат знания о Христе на всяком месте. На каждом шагу я представляю Христа. Я несу аромат Христа. Аромат Христа приятный. Он пахнет, как небеса. Как небеса. Аллилуйя! Вот почему на некоторых собраниях
Аллилуйя. Когда я был в Норвегии, там действовало сильное помазание. Люди ощущали прикосновение Бога. И вдруг мы почувствовали в том месте запах цветов. Это был приятный запах, потому что небеса несут с собой запах. Слово Божье издает запах. Хвала издает запах. Не знаю, как вы, но я хочу быть полон аромата Христа. И я хочу это чувствовать. Микрофон это не выносит. Аллилуйя! Пусть этот запах покрывает вас полностью. Вы и есть тот запах. Вы и есть этот запах. Пастор, но я никто. Вы благоухание Христа. Аллилуйя. Этот аромат лучше, чем Гуччи или другие дорогие духи. Вы несете аромат небес. И мы несем его как спасенным, так и погибающим. Мы несем его повсюду. Куда бы мы ни пришли. И благодаря этому аромату люди спасаются, исцеляются, освобождаются и тянутся к Богу. Когда Иисус пришел на землю, Он пришел, чтобы стать связующим звеном между Богом и человеком. Библия говорит, что есть только один посредник между Богом и людьми. Это Иисус Христос, и Он пришел, чтобы соединить нас с тем ароматом. Мы не должны пахнуть так, как этот мир. Мы пахнем иначе. Мы не должны говорить так, как этот мир, потому что у нас другой язык, у нас другие разговоры, у нас другие глаза и мысли, потому что внутри нас аромат небес. Иисус пришел соединить вас с небесами. Он умер не только за то, чтобы вы могли пойти на небо, но чтобы и небеса могли войти в вас. Вы меня не услышали. Поэтому я скажу еще раз. Иисус умер не только за то, чтобы вы могли пойти на небо после своей смерти, но и чтобы небеса могли войти в вас раз и навсегда. Мне не нужно ждать смерти, чтобы переживать небеса. Я могу переживать небеса прямо сейчас, потому что Иисус — это соединитель. Он соединяет вас с небесами. Вот почему, когда ученики сказали Иисусу: «Научи нас молиться», Он ответил: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе,
как на небе. Итак, Иисус пришел, чтобы соединить небеса с землей. Небеса прикасаются к земле. Когда вы принимаете Иисуса, вы принимаете внутрь себя все небеса. И вот почему Библия говорит, что мы — храм Святого Духа. Он пришел, чтобы поселиться в вас, потому что Иисус соединяет небеса с землей. А еще Иисус приносит на землю аромат небес. И через нас Он распространяет этот запах. Через вас Он может прикасаться к людям. Аллилуйя! Понимаете, Бог может делать все. Он не нуждается в нас. Но Он решил использовать человека. И Библия говорит, что Он ничего не делает на этой земле, прежде чем не откроет это Своим пророкам. Это значит, что Бог соединил небо и землю в лице Иисуса Христа. А когда мы с вами соединяемся с Ним, мы соединяемся с ароматом небес. С ароматом небес. Библия говорит, что мы с вами — тело Христа, а Христос — голова. Если Иисус — голова, а мы — тело, то руки — это часть тела? Ну же, ответьте мне. Да? Да? А ноги — это часть тела? А кто тело? А? Кто тело? Мы — тело. Христос — голова. А мы с вами — руки и ноги Иисуса на этой земле. Когда вы молитесь за кого-то и возлагаете руки на больных, вам нужно помнить, что вы — руки Христа и ноги Христа на этой земле. Вы те, кто распространяет благоухание Христа на всяком месте, потому что вы теперь соединены. Скажите «соединены». Скажите «соединен с небесами». Еще раз. Я соединен с небесами через Иисуса. Это значит, что через Христа мы можем демонстрировать на земле все, что есть на небе. А это все, что не с небес, должно уйти, потому что теперь вы соединены с реальностью небес. На небе нет демонов. Если вы соединены с той реальностью, то какой бы демон ни пытался атаковать вас, он должен уйти. Вы соединены с небесами. Вы соединены с той реальностью. На небе нет демонов. Если вы соединены с небесами, то в вашей жизни не должно быть никаких демонов. Некоторые люди не верят в это. Когда вы соединены с небесами, вы соединены с реальностью небес.
и небеса влияют на вашу реальность. Приведу вам пример. Павел и Сила были в тюрьме. Деяния, 16 глава. Их связали, избили. Они истекают кровью. И это совсем не весело. Это не было похоже на небеса. Но когда вы принадлежите Иисусу, вы несете за собой небеса повсюду. Даже в тюрьму. Вы несете небеса повсюду. Их бросили в тюрьму, но они принесли небеса даже в тюрьму. Они начали петь, потому что на небе звучит хвала, а не ропот. На небе нет ропота. Я устал жить в этом поместье. Мне это надоело. Я хочу чего-то другого. На небе никто так не говорит. Там нет жалоб, а звучит только хвала. Никакого ропота, а только хвала. И вот Павел и Сила даже в тюрьме понимали эту связь. Я соединен не с землей, а с небесами. Поэтому я приношу небеса в свою реальность. И они начали славить Бога, потому что небо... Это место, наполненное хвалой. Когда церковь начинает славить Бога, она выглядит как небеса. Библия говорит, что Бог обитает в хвале народа своего. В хвале, а не в ропоте. Если вы думаете, что Бог станет вас жалеть, если вы начнете жаловаться, то вы ошибаетесь. Я так устал от этой жизни. Пусть Бог что-то сделает с этим. Но уже Иисус, сделай хоть что-то. Я так устал. Такое отношение только усугубляет ситуацию. Вы хотите изменить свою реальность? Тогда закройте свой рот и начните славить Бога. Именно так поступили Павел и Сила. Они начали славить Бога, потому что они были соединены. С чем? С чем были? С чем вы соединены, то вы и будете выдавать из себя. Поэтому вам нужно следить за своим ртом, потому что ваш рот показывает, с чем вы соединены. Какой дух вы несете? Вы будете выдавать из себя то, с чем вы соединены. Если из вас выходит горечь, ненависть, яд, amargura, ódio, veneno. То это указывает на ваше соединение. Но когда вы соединены с небесами, вы будете выдавать лишь то, что есть на небе. Мы снова с вами. И я знаю, что это послание благословило вас. Если вы христианин, то вы желаете распространять аромат небес. Я хочу молиться о том, чтобы Бог наполнил вас Святым Духом. Возможно, вы уже приняли Христа, но еще не были крещены в Святой Дух. Я буду молиться о том, чтобы Бог наполнил вас Святым Духом.
Если вы больны, приготовьтесь к исцелению. Если вам нужно освобождение, приготовьтесь получить свободу. Давайте молиться и верить, что Бог повлияет на вашу жизнь силой Святого Духа. Отец, во имя Иисуса, я молюсь за всех, кто нас смотрит. Я молюсь за тех, кто хочет креститься в Святой Дух. Наполни их прямо сейчас и крести их Святым Духом. Во имя Иисуса, Отец, я высвобождаю силу Божью в их жизнь. Наполни их духом и огнем. Во имя Иисуса, я прошу исцеления для тех, кто болен, и тех, кто в рабстве зависимости. Я разрушаю силы всякого духа немощи. Я выступаю против боли, болезни и немощи и провозглашаю исцеляющую силу Божью для каждого, кто верит. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса я провозглашаю каждую силу Божью. Отец, спасибо за Твое присутствие, за то, что Ты отпускаешь пленных на свободу и наполняешь их ароматом небес. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Не пропустите наши следующие выпуски. Оставайтесь с нами на связи. Присылайте нам свои молитвенные просьбы и следите за нами в социальных сетях. Мы любим вас. Божьих благословений. И до скорой встречи. До скорой встречи в следующий раз.